Всем привет, меня зовут Адар, и сегодня мы играем в Quake 3 Arena с Костяном. Это великая игра. Опять же, как и Counter Conquer. Игра нашей молодости. Которую я побеждаю обычно. Ну, должен, по крайней мере. Я думаю, ты сам себя капец, ты меня хп спилил быстро. Но я быстрее. Так. У меня Steam Fortress дурацкая привычка. То, что надо в ноги стрелять. Я в тело никогда не луплю, я обычно ноги луплю. Опять мышка с ума. У меня вообще как не крутит колесико что-то. Я подорвался? Скажи, почему ты убежал туда, а не сидел тут пас базуку? У меня хп нет. Тут хп куча. Куча морская. У меня на базуку резко... Ой, на эту фигню быстро поменялось, я в итоге обосрался с скрытой атакой. О, гос, у меня патрон, конечно, сейчас я такой чик-чик. Ох, хрена, я себя что, два раза подорвал, что ли? Что у меня счет один? Видимо. Ты из двух пару раз. Да я могу тебе там. Опять подорвал. Что за оружие? Патроны кончают за 5 секунд. Где? Где? Переключается. А мне надо чувствительность повысить, что ли, в этом дерьме. Так. Почему ты не дохнешь? Я все столько потом сожрал. Сейчас ты вплотную в меня пальнул и выжил. Я когда так делаю, я дохну сразу же с первого выстрела ракеты. Ай-яй-яй, хп нет. Тут проблема с хп на это ужасно. И ты все разбираешь. Ты все разбираешь. Вот это вообще спаун года, блин. Я даже стрелять-то не хочу. Вот опять я себя подорвал, и у меня в итоге счет 3 только. Это как минимум за игру уже сдох, блин, раз 10. Да что ж ты делаешь? Столковая мышка. Колёсик своей жизни жизнь. Как ты вообще попадаешь так в меня? Ты, блин, позавчера играл, вообще попасть не мог даже. Тут он лупит, блин, сразу в тело. Ай. Как обычно, оружие у меня меняется в нужный момент. Чё за говно? У меня хп теряется как не знаю чё. Одним выстрелом тратится твоим просто 70 хп. Как ты не сдох?
Один хп. Два выстрела, я помираю. В тебя, я блин. Я также умираю. В тебя 10 не хватает. Не, я так проиграю, он, блин. 6, что, блин, что за бред? И куда ты убежал? Одно хп, ты чё, на тебя бежать будешь? Ну ладно. Бывает так. Нормально. Сколько хп осталось? Уже полное. Офигеть. Я чё себе, я вот не врубаюсь, я себе сейчас чё снял, этот где-то по 60 хп одной ракетой своей же. Зря ты меня пропустил, у меня было 30 хп. Что ж такое? Ел ракеты. Ешь мои ракеты. Да что ж ты делаешь? Колесик дурной. У меня даже оно не работает. У меня крутит оружие сам по себе, когда я атакую. Я его даже не трогаю. Что такое-то? У тебя сколько хп-то осталось? Столько, что мне пришлось убежать оттуда. Бред. Что ж ты делаешь? Дохнуть тяжеловато, стоп, я проснулся и разыгрался. Ну, видимо, подходящий этот. Да у меня колесик, смотри, что делает, блядь. Он оружие сам по себе крутит. Как когда к тебе подбегал, он крутить начинает. Баги. Я, наверное, кручусь. Не знаю, я к тебе подхожу и оружие тебе в руках жонглирую. Ну, мышка твоя. Да и смотри, что. Да, вот, знаете, этот козел мою мышку использует постоянно. Еще в этом поводу вопит, типа, ой, твоя мышка говно. Давай, один фраг. Скажи мышке спасибо. Сливаться начала. Там раза три за мышки слез. Раз пять, наверное. А так я фрагов 15 сделал то спокойно сам. Сейчас я карту поменяю. Ага. Я так же карту умею менять. Что он издевается? Мап. Да-да, я меняю карту. You are tied for the lead. Так. Тут говнарская карта. Где-то дробовика подлетает. Не. Ну
полезен. Мне нужно автоприключение оружия брать. Ух ты! Больно. Кристиан, давай вот без этих. Я буду сидеть, ждать тебя в углу, вот таких тактик. А я со штукой бегаешь, я буду сидеть. Что ж такое? Не, Форрес, куда побежал? За нормальными. Слышал. Пушками. Да что ж такое? Это кошлак татарский. Карта на моей стороне. Где прячешься? Ну все, в угол зажал. Вот не идиот ли? Ты что сделал там? Ты вообще что-то убиваться перестал, блядь. Начал побеждать. Ну кайда. Нет. Не с тобой. Не в этой игре. Ладно, меня респанет от тебя подальше, мне это все место колебало, ты играл уже. Прям специально шоу с тобой кидает. Возможно. Как ну покупал с патрона этого гражданин. Вообще дохну на туре перестал. Да ёп, 4 раза попал. У меня было 4 хп и 58 брони. Я какого-то хера этот умер. Ну тут дебильно, тут то, что и броня, и хп это отдельно, и они как-то вместе не действуют. Сначала типа броня пускай слетит, а потом хп. Спасибо, ёпта, за все здорово. Что, серьезно, за все? Ай, 25. Было быстро, что ты слышал. Мне кажется, дом.
сейчас, так что... Не понимаю, куда уже прыгать. Ты почти не ел мои ракеты. Да блин, да что ж такое? Один фраг и все. Мы заканчиваем игру. Я даже ничего не говорю, потому что я сосредоточен не на болтовне. Я вот, видимо, из-за этого проигрывал, из-за того, что я болтал что-либо. И такой, ну, я что-то думаю, что сказать, что сказать. А тут таки все, я сосредоточен. Надо убивать Костян. Но я закончу на этом. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!